Привет, я Сергей, и сегодня мы снова говорим о деньгах. Каждый из нас имеет определенный финансовый опыт. Все мы имеем какие-то деньги, которые приходят в нашу жизнь циклично. При этом жизнь большинства людей похожа вот на такую картину. Как только мы получаем какую-то сумму денег, мы тут же начинаем делать оплаты. Мы платим за газ, за свет, за квартиру, за школу, кредит, за продукты. И платим всем подряд на протяжении какого-то времени, до момента, пока у нас практически не остается денег. И зачастую к концу месяца возникают какие-то еще идеи, какие-то выгодные, как нам кажется, ситуации. И тогда частенько мы даже еще берем взаймы. Потом следующая сумма, которая поступает в нашу жизнь, опять повторяются те же самые выплаты. Свет, газ, квартира, школа, больница, кредит. Но еще мы порой отдаем те деньги, которые занимали, и к концу месяца остается еще меньше. Для того, чтобы изменить свою жизнь, надо изменить свои модели и стереотипы. И изменением жизни является очевидный закон, закон номер два, закон Клина, который говорит вот о чем. Первая зарплата себе. Если вы хотите научиться жить по-другому, вам нужно научиться до момента, пока вы отдали из тех денег, которые получили, всем подряд, заплатили всем газовщикам, медикам, учителям, производителям одежды, обуви, надо научиться платить себе от любой суммы денег, которые поступают в вашу жизнь. Ну, я, конечно, имею в виду экологичное поступление денег. То есть то, что вы на самом деле заработали, нужно научиться отделять какую-то часть. Отделение этой части является обязательным условием для того, чтобы формировать некий фонд, который мы с вами научимся вкладывать в активы. И мы с вами научимся понимать, какие активы нас должны интересовать, какие активы нам нужно аккумулировать деньги. Но для того, чтобы их аккумулировать, нужно научиться их вначале отделять. Это простое правило. Первая зарплата себе даст вам возможность начинать собирать свой собственный фонд, фонд финансирования своей успешной жизни. И о том, как это точно делать и о том, как вкладывать в активы, мы будем говорить с вами на следующем занятии. Большое вам спасибо за то, что вы слушали меня сегодня. И давайте повторим сейчас вместе. Закон Клина номер два. Закон, который звучит вот как. Первая зарплата себе. До того момента, пока я отдал все деньги, которые имею кому-то, я отделяю некую часть, возможно 10%, 20%, 30% на улучшение изменения своей жизни. Это новое начало, которое даст мне шанс стать свободным, счастливым, богатым. Таким человеком, каким я мечтал быть всегда. Большое вам спасибо за внимание, за то, что вы слушали меня. Я ваш друг Сергей.